Всем привет! Ребят, всем доброе утро. Василиса приболела, мы гуляем в школу. И у нас начали сходить ростки елочек, целых три, которые мы купили в фикс-прайсе. Там было много-много семечек, но вот зашли пока три. Будем смотреть, что будет с ними дальше происходить. Пока делаем домашнее задание по художественной школе, надо дорисовать кота. Василиса, вот такой сюжет. Елочка и Маруся перед елочкой. Так что мы все в художественном. Подальше, Василиса, вся уже опять в краске, ну. Вот. Не облокачивайся на стол. Да. У меня кабачки. Будем делать оладьи. Пока кабачки не испортились, а то они уже вот-вот-вот должны уже испортиться. Поэтому будет тут сразу стирка, тут сразу восстановление гуаши. Марина сказала, что можно восстановить. Учительница наша по... Марина Александровна. По художественной школе, да. Сказала, что если налить гуашь кипятка, то она прекрасно разводится. Так что я... Бодяжущий гуашь. Ну, в общем, за кабачки принимаюсь. Короче, до кабачков я никак не могу добраться. Восстановила я гуашь, долила белый, потому что она у нее закончилась. Покупали вот такую, кстати, художественную школу тоже. Мариска сказала, надо купить вот такую большую, чтобы не покупать постоянно, да, белую гуашь, потому что ее расходуется больше всего. Они с ней мешают, все. Да, сейчас будем складывать ящик. Ну, давай складывать. Помыла? Ну, куда? Вниз. Отлично. Теперь надо сюда гуашь. Вставляй сюда гуашь. Ой, вот такую коробочку тоже заказывала на Яндекс.Маркете. Но они есть, по-моему, в этом. В всяких хозяйственных. Нам так вот удобно. Они носят такие коробочки, там фломастеры и все. Еще пластилин бы надо. А это куда? Вытирай хорошо, да? Чтобы мокрые не были. Ну, все, отлично. Ну, короче, ладно, кабачки. Это надолго очень. Доделали домашнее задание. И тут прислали всякие приколы по РДШ и всяким таким вещам. Делали вот супермаму. Василиса сочиняла рассказ и плейлист для мамы. Вот такие смешные вещи тоже присылают из школы. Сейчас, несмотря что Василиса приболела немножко, ну, пойдем мы все-таки на английский, наверное, решили, потому что английский пропускать — это самое последнее дело. А еще рисует она портрет для мамы, рисунок. Мы очень стараемся. Красиво получается, да. Сейчас пойду уже собираться, потому что вечно не собрана, только помылась. Собираемся во дворец, взяли крышки с собой, наконец-то. Вот столько у нас их, в общем, отдадим. Сдадим. Будем участвовать в акции, да? Помогать деткам, которые болеют. Угу. А, я не болею. Ты не болеешь, а другие болеют. А. Такое движуха. РДШ во дворце пионеров. Дуреть можно. Просто жесть какая-то. Тысячи людей. Пандемию собрали в одном месте. Для чего? Всем привет! Пришли мы с английского. Купила Василисе вот такое, это новая история какая-то их модная. Такие, короче, трубки разноцветные, продаются в фикс-прайсе. Но у нас тоже продаются на улицах. Но в фикс-прайсе вот тоже есть, купила ей, чтобы она была радостная. Да, Василис? Да. Задали им там тренажер какой-то писать. Посадила. Ой, сейчас будем собираться в школу. Завтра решили идти. Завтра у них какой-то классный час. Встретили как раз нашу учительницу. Она нам все это рассказала. Поэтому, да, пойдем. И рисунок еще надо дорисовать, дочь, да? У нас уже вечер. Мы сидим, смотрим фильм «Круиз по реке». Василиса тут у меня, да, малыш? Василиса накосячила. Я отобрала у нее все гаджеты. Василиса. Василиса расстроилась, да? Забрала компьютер, забрала телефон, забрала планшет. У нее остался только телевизор. Долго плакала. Не хочет делать уроки.
вообще, в принципе, не хочет их делать никакие. Сегодня вообще надо было нарисовать рисунок, любит рисовать. И почему-то не захотела. Вот странно. Пока я смотрю фильм, Василиса притащила пластилин. Сегодня ей купили, кстати, пластилин новый в этом, в фикс-прайсе. «Оранжевое солнце» называется, компания «Луч». Тут есть неоновые классные цвета, их даже видно, да, вот эти. Раз, два, три, четыре, пять. И салатовый вот этот вот. Их тут 6+6. Да, вот. И Василиса будет... Вот так, раз, два, кого, три, кого четыре, кого ты собираешься пять. Лепить? Котика. Опять котика. Котика будем лепить. Глаз. Ну, а что делать? Итак, ребятки, у нас Василиса совсем разболелась. Вчера еще было все ничего, а сегодня уже совсем все плохо. У нее температура, у нее была температура, сейчас уже не такая высокая. Болит горлышко, и она целый день лежит, смотрит мультфильмы. У меня такое предположение, что, может быть, она притворяется, у нее нет никакой температуры, просто чтобы мультики смотреть круглосуточно. Ну, на самом деле, да. Отдаем ей без конца какие-то лекарства. Бедолашка. Заболевшая моя. Но мы очень надеемся, что к понедельнику мы выздоровеем, потому что в школу надо ходить. Я не хочу идти на больничный, хотя иногда мне кажется, что я хочу на больничный. Это, конечно, такое. Можно было бы уйти на недельку, да, отдохнуть тоже. На больничный с ребенком. Что-то тоже так устала, что вообще. Где ты? Нужна твоя помощь. Ку-ку. Очень сильно помогает вот такой мишка. Не знаю, рассказывала я или нет. Вот такие мишки. Это делает компания Мякиши. Внутри мишки мешочек с косточками, с вишневыми, который достается, разогревается в микроволновке. И можно этим мишкой потом засовываешь туда, греть грудку. Очень хорошо помогает от кашля. Ну, так как у Василисы кашля, по большому счету, нет. Просто мишка с нами. Так как он нас лечит с самого-самого маленького детства. Очень здоровская штука. Всем рекомендую. Прям вообще супер. Так, Василиса с ним лечится. С мишкой.